сяду на пенек, съем пирожок! Высоко сижу, далеко гляжу! Эти слова из известной русской народной сказки «Машенька и медведь» знает каждый. Добрая история об озорной девочке и ее новом друге в следующем сезоне войдет в репертуар театра «Кукол-кузнечик». Режиссеру из Красноярска Евгению Пермякову удалось сделать спектакль, который будет интересен и юным зрителям, и их родителям. Искреннее и живое проживание эмоций возможно только в театре. Именно искренние, живой, добрые эмоции можно как раз и заставить смотреть. Причем спектакль всегда, любой, даже детский, должен быть интересен в том числе и взрослым. Мы в ответе за тех, кого приручили. Реплика «Маленького принца» из повести «Экзюпери» стала своеобразным эпиграфом к пьесе, по которой был поставлен спектакль «Машенька и медведь». Знаменитая фраза из произведения великого французского писателя об ответственности и настоящей дружбе прошла лейтмотивом через всю историю. Добрые и доверчивые медведи, веселая рыжеволосая девочка обрели свои образы и характеры благодаря актерам, которые в формате кукольного театра время от времени уходят на второй план, но от этого не теряют своей значимости. Кукла сама по себе не может жить. Хотя мы и наделяем какими-то свойствами, но она сама по себе не может жить. Ее все равно ведет, одухотворяет актер. Я считаю, мне повезло, мне попались очень хорошие, квалифицированные исполнители, которые приняли мои идеи и в силу своего таланта их воплотили. Увидеть спектакль «Машенька и медведь» на сцене театра «Кукол-кузнечик» можно будет в следующем сезоне. Дарья Цыпарыгина, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров, 24.